Бесплатный фитнес всем желающим. Сегодня общественные организации, госструктуры и бизнесмены объединились во имя здоровья и тонкой талии наших соотечественников. Новая коалиция намерена бороться с проблемой переедания и малоподвижности казахстанцев. Обсудив все детали, свою первую совместную акцию объединение «Вид Алем» решило запустить уже в этом месяце. В рамках инициативы «Здоровый Наурыз» неделя бесплатного спорта алматинцы с 21 по 27 марта смогут посещать спортивные залы и фитнес-клубы города абсолютно бесплатно. Мы сейчас разрабатываем и заканчиваем наш веб-портал, который называется almatysport.kz. И любой может зайти на этот сайт, записаться и там, где спортивные клубы открыты, записаться и позаниматься спортом. Кроме этого, всем желающим предлагают футбольные и волейбольные площадки, тренажерные залы, занятия по дзюдо и карате на базе университетов. Также акция предполагает пропаганду здорового питания. В городе созданы несколько таких предприятий, которые занимаются именно предоставлением исключительно здоровых продуктов питания. Это органические и здоровые, так называемые, живая пища. Неизвестно, насколько инициатива найдет отклик у горожан. Каждый ли побежит заниматься спортом и есть только здоровую пищу? Ведь в городе уже есть бесплатная тренажерная площадка под открытым небом. Но сказать, что это место массового сбора народа, нельзя. Тренирую я здесь не очень часто, я живу далеко. Просто сейчас мимо проходил. Я хожу пешком где-то часа 3 в день. И здесь полчаса где-то. Если люди хотят заниматься, то не обязательно площадки, они могут сами там различные рода упражнения делать, даже та же самая ходьба. Порой приходим, когда время есть, конечно, уделяем время для занятия спортом. Не обязательно идти куда-то в тренажерный зал, платить огромные деньги, а можно просто даже вот на улице и, ну, позаниматься. И здесь есть прекрасная площадка, которая нам очень нравится. Тем не менее, «Вид Алем» намерены акцию сделать систематической и обещает множество других социальных проектов для улучшения здоровья и качества жизни казахстанцев. Лимара Удасова, Наиль Бузунов, Фраспая Кыш, Руслан Хасанов, Ревью.